У украинских олигархов у одного за другим возникают серьезные проблемы. На этот раз Игорь Коломойский вслед за Медведчуком. Я бы сказал, что это даже серьезнее, чем у Медведчука, потому что на Медведчука пока что наложила санкции Украина, а по-моему США он тоже находится под санкциями. А на Игоря Коломойского санкции наложили как раз Соединенные Штаты Америки. Чем это чревато для нас на сегодняшний день, как для граждан Украины? Для нас это не чревато абсолютно пока что ничем, у нас вряд ли что-то изменится. Изменится только у Коломойского, у которого появились проблемы за океаном, а также у всех членов его семьи, чтобы вы не сомневались. Также будут более развязаны руки у президента Зеленского в связи с тем, что Коломойский, естественно, потеряет после такого решения США, потеряет свое влияние, свой вплыв и совершенно... Очевидно, что Зеленский окажется менее привязан к нему и более свободен в своих действиях. Пока что это все.